Спасибо. Ну что, друзья, всем привет. Новый ролик на канале. Вы просили меня выйти на улицу. А это что? Волгоград, 6 вечера, 40 градусов жары. Вы не представляете, насколько сложно снимать, но все это ради вас. Подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали. Не против, если мы вам сыграем? Ты, например, нам сыграешь, мы тебе сыграем. Сыграйте. Давай. Не, я думал, ты сыграешь. Не, не будешь играть? Я чуть позже, я сейчас отдохну пока. Попозже? Давай, то я сыграю, потом ты, хорошо. Только сразу там, я там играю буквально год-полтора, цель гитару пойдет. Играю год-полтора, поэтому не обещаю, что будет. Это Linkin Park мелодия. Я понимаю, как. Вот I've Done трек. Еще раз сыграй, я че. И, блядь, без инструментала полного я не понял. Ты в акустике это просто слушал. Ну, сейчас, ребят, я просто немножко нервничаю, волнуюсь, я попробую сыграть получше сейчас. Если ты когда-нибудь задумывался о том, с чего начать обучение игры на гитаре, или же как продолжить осваивать инструмент, в этом тебе поможет приложение Timbro. Открываем приложение, и первое, что придется сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. Выберем много лет практики. Хочется подчеркнуть, что Timbro подойдет как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Вы только взгляните на этот интерфейс. Приложение очень часто обновляется, поэтому всегда остается актуально. Выберем упражнение под названием «Отработка аккордов». В общем, приложение максимально подойдет для интенсивного и эффективного изучения инструмента. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Timbro, скачивай и развивайся. Все ссылки в описании. Не против, если мы вам сыграем на гитарке? Послушайте. Играю недолго, поэтому строго не судить. Хорошо? Хорошо. Так, чтоб сыграть, чтоб сыграть, чтоб сыграть, чтоб сыграть. Спасибо. Спасибо, что послушали. До свидания, хорошего вечера. Особых реакций с людей на улице выбить практически невозможно. Подлетают какие-то чуваки с камерой, говорят, хотят на гитаре сыграть. Ну, сыграй. И вот они на тебя сидят, смотрят, ты им сыграл и ушел. Я людей не виню, я бы тоже, наверное, реагировал бы так на камеру. Снимай, не нужно.
Спасибо. Играйте хорошо. Спасибо вам большое. А есть мелодия, которую ты хочешь научиться играть? Ну, типа там какая-то крутая, не знаю. Ну, есть. Что за мелодия? Мексиканская, блин, не помню, как называется. Там именно песня. Слушай, тебе надо научиться, понял, что делать? Вот эту штуку. Играю не очень много времени, поэтому мне строго не судить. Как по кайфу делать? Да вообще не парься, бро! Как по кайфу, хорошо. Базару нет. Все, спасибо, красавчик, что послушал. Красавчик. Спасибо. Счастливки, ребят, хорошего вечера. Пока-пока. Спасибо. Первый наш ролик. Особо хорошо мы играть не умеем, ну как могу, послушать, окей, да? Вот. Это кузнечик был. Да? Да. Да, ты чё? Так, давай сейчас еще раз что-нибудь попробую сыграть. Может, есть какое-нибудь желание? Пожелание? Нет. Нету? Ну тогда...
это очень знакомо, но я не понимаю. Это Хозер. Так, мы зачем? Девчат, спасибо большое, что послушали. Хорошего дня вам, пока-пока. Спасибо вам тоже. В общем, итог каков. Не скажу, что мне этот формат нравится. Вы меня просили, я его сделал для вас. В принципе, если соберется 7000 лайков, можно попробовать еще раз. Поэтому не скупитесь, обнял каждого. Пока.